Для жителей Мангыстауской области железнодорожный путь в Алматы сократится на 9 часов. Это стало возможным благодаря новому участку Шалхар-Бейнеу. Маршрут уменьшит расстояние самого дальнего в стране железнодорожного сообщения на 14% или на 471 километр. По короткой дороге поезд Алматы-Мангышлак будет курсировать ежедневно уже с 3 июля. Буквально вот дня два тому назад открылась продажа на этот маршрут. Пассажиры приходят, приобретают билеты. И пассажиры, и мы очень довольны. Если раньше поезд курсировал, он в общее время в пути было 3,5 суток, то на сегодня уже будет почти 2,5 суток. Уже сейчас мы замечаем возрастание пассажиропотока вот с вводом этого нового графика.